Всем привет! Вы на канале «Маленький сад на краю Вселенной». Он находится в Западной Беларуси. Сегодня 17 ноября. Готовлю свои крупнолистные гортензии к зимовке. Обрезаю. Кустик довольно проблематичный оказался. Очень много бокового ветвления наверху и хороших почек. Если хотите, у кого есть время, можете со мной обрезать второй такой подобный куст. Ну, оставляем нулевые побеги, растущие из земли. Их лучше, конечно, не трогать. Они дадут на верхушках цветение хорошее. Это самые ценные побеги. Ну, а вот пропускаем вот так каждый побег через свои руки, через секатор. Смотрите, недреесневшие побеги не вызрели, даже как будто бы подмерзли, ну а первая почка вот здесь. Поэтому всю макушку я сношу. Она как бы вообще непродуктивная. И остается вот такой всего лишь пенечек. Нулевой побег. Тоже почти нулевой побег. Ну вот это старый побег. Тоже без почек, непродуктивный. И мы его срезаем до вот этой почки. Так, у нас вот это какая-то изогнутая раскоряка, она нам не нужна. Сейчас покажу. Изогнулась она по какой-то причине и тоже непродуктивная. Нулевой крепкий побег, что-то его изогнуло. Это тоненький, в два раза тоньше, чем ручка. Ну, он даст маленький такой размер соцветия, поэтому можно, в принципе, обрезать до этих почек, если не хотите удалять полностью. Нулевой побег, ну вот уже старый побег, который цвел не один раз. Вот это все обрезаем ненужное. Я стараюсь оставлять как можно меньше вот этого бокового ветвления. Тогда соцветия будут больше. Смотрите, здесь вот хорошие почки. Мы режем до этих пор. Ну, а верхушка нам не нужна. Здесь есть одна почка, но я сделаю вот так. То же самое здесь. Внизу хорошая почка. Эти не нужны нам. Тоже абы что. Можно вот так постепенно, если вы не определились сразу, можно постепенно все обрезать, и тогда картина маслом у нас вырисуется. Можно оставить так. Я это боковое ветвление уберу. Тогда вот это соцветие будет больше. Так, вот здесь то же самое. Как будто бы подмерзли побеги уже. Вроде бы укрывала. Вот такой пень остался, у которого нужно еще вырезать все лишнее. Вот такие почки. Тоже довольно тонкий побег. Вырезаем все лишнее. Здесь вот такая рогатка. Можно оставить одну ветку на этой рогатке, можно оставить две. Ну, дадим еще шанс, пускай цветет. Довольно непродуктивный вот этот побег. Его обрежем до этих пор. На две вот этих почки. Тоже все непродуктивное, почек нету. Ближайшая жизнеспособная вот здесь. Из центра куста вот всю мелочь вот эту мы тоже вырезаем. Вот эту вот. Пеньки старые, но аккуратно влезайте в центр куста, потому что почки как хрустальные, только отщелкивают от такого прикосновения. Эта ветка тоже какая-то непродуктивная. Если оставим вот три вот этих ветки на одном побеге,
будет картина печальная. Сейчас будем постепенно обрезать и смотреть. Здесь осталось две ветки. Укорачиваем до хорошей почки. Ну, можно, в принципе, оставить и это, посмотреть все-таки середина куста. Ну и осталась у нас вот эта ветка. Эта ветка непродуктивная совсем. А вот эта тоже вся приказала долго жить. Оставляем вот так. Ну, кажется, все. Мы справились с вами. Успели за 5 минут обрезать вот этот куст. Вот эта ветка можно вырезать. И вот это скорее я всего возьму храповый, с храповым механизмом секатор и вырежу ее. Вот готово.